Всем привет! Меня зовут Светлана, и я рада приветствовать вас на своем канале. И я хотела бы предложить вам, дорогие мои подписчики, гости моего канала, а также мои любимые клиенты, рунический став «Закрыть портал». Здесь вы видите несколько рун, которые участвуют в этом руническом ставе. Это у нас Эйвас, Эйвас, Турисас, Перт и Дагас. Значит, смотрите, Эвас, посмотрите, где он находится. Эвас, вот он у нас. Это персонификация сущности из других уровней бытия или астральных сил, вышедших из-под контроля. В то же время Эвас – это руна изменения событий, причем быстрая в положительную сторону. А вот руна Эйвас, вот она у нас здесь находится, руна Эйвас – связь между мирами, нашим и потусторонним. Трансформация, связанную руну, состоящую из Эйваза и Эйваза, используют для охоты за душами. Поэтому сочетание этих двух рун помогает нам взывать Котину в его ипостаси предводителя дикой охоты и помогают изгонять вырвавшихся хтонические силы из нашего мира вместо их привычного обитания. Смотрите, значит, вот эта вот связь, о которой я сейчас вам говорила. Эвас и Эйвас. Следующая у нас с вами руна Турс. Турисас иначе называется. Их у нас 4 штуки. Начинаем рисовать с верхней, затем рисуем левую, правую и затем нижнюю. Турс или Турисас символизирует бога Тора, способность обуздать тонические силы и удержать их под контролем. Турисас обозначает активную энергию, направленную на обуздание вышедших из-под контроля сущностей, и пассивную энергию, направляющую силу внутрь и сдерживающую их там. Далее, руна Перт. Руна Перт – это как захват. Мы рисуем ее также с 4 сторон. Вы видите, начинаем ее рисовать сверху, затем с левой стороны, с правой и снизу. Руна Перт – это руна захвата. Мы как будто бы захватываем этих сущностей с 4 сторон. И последняя руна в этом руническом ставе – это Дагас. Служит для обозначения пространства между мирами, символизирует закрытие портала, конец прошлого цикла и начало нового цикла. Эта руна еще и как катализатор, который вызывает перемены. Дагас запечатывает что-либо от ненужных посещений, но в данном случае мы закрываем переход между мирами. Значит, вот такой рунический став мы с вами рисуем, вспоминаем, как рисуются руны. Если же мы обращаемся к светлым силам, мы начинаем рисовать руны, ну, например, Дагас, снизу вверх и просим высшие силы закрыть портал. Затем идет вниз полоса. Значит, что мы говорим? И нам высшие силы дают закрытие портала. Наверх. Мы благодарим высшие силы за то, что они закрыли портал. И вниз идет. Высшие силы нам дают силы, чтобы мы закрыли портал. И так далее оговариваем каждую руночку. Кто не помнит, кто только сейчас присоединился к моему каналу, пожалуйста, посмотрите плейлист «Рунические ставы» у меня на канале. Там я подробнейшим образом рассказываю, как рисуются руны, откуда их нужно начинать рисовать и где заканчивать. Потому что неправильно нарисованная руна будет нести в себе отрицательную энергию и будет отрицательно на вас влиять. И будет, в общем-то, этот рунический став действовать абсолютно иным образом, а не тем самым, которым вы хотели. Вы видите, что здесь я написала автор Светлана Веда, то есть это мое собственное творение. Пользуйтесь во благо. Значит, когда вы нарисуете этот рунический став на том месте, откуда у вас открыт портал, как вы чувствуете, после того, как ваш портал закроется, вы можете нарисовать на листе бумаги, затем сжечь со словами благодарности.
Оговор я специально не пишу в описании к этому видео. Я хочу, чтобы вы самостоятельно составили этот оговор, потому что только самостоятельно составленный оговор будет работать в данном случае. Потому что у каждого ситуация в доме своя. То есть у кого-то ходят привидения, у кого-то какие-то сущности выходят из зеркал, может быть, там из угла или еще откуда-то. То есть у каждого ситуация абсолютно разная. Поэтому вы применяете этот став, но оговор составляете самостоятельно. Вы можете использовать содержание, которое я дала конкретно по каждой руне, объясняя вот этот рунический став. Тоже оттуда вы можете взять как костяк какой-то для составления собственного оговора. Я надеюсь, вам пригодится этот рунический став. Пользуйтесь во благо. Желаю вам всем здоровья, счастья, финансового благополучия и всего самого наилучшего в мире.